Покровского на туре глубокой, пробиваясь Господу сквозь нещадный век, шел в котомкой посохом, легкою походкой по России Божий человек. Смотрит небо звездное русским синим оком, в чутком сердце путника благодать и тишь. Белая березника молится под боком, в чистом опоре зорьку не проспишь. Странник одухотворенный выше к Богу налегке, мученик Григорий новый, русский старец с посохом в руке. Все гонения лютые прожил не по книге, получив от Господа свой венец в крови, и три года тяжкие проносив береги, заменил берегами любви. На святые подвиги враг поганый злился, словно на разбойника клевету воздвиг. Ты ж, пылая свечкою, Господу молился: Боже правый, сохрани своих. Странник одухотворенный Богу налегке, мученик Григорий новый, русский старец с посохом в руке. По святым обителям сколько было пройдено, жаждою и голодом, добыто не зря. Надо всем на родине жить любовью к родине и стоять за батюшку царя. Царствою фамилии радостно встречаем, другом величаем, был семьёю всей, и от смерти чаемой им в мольбах спасаем, светозарный отрок Алексей. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке, мученик Григорий новый, русский старец с посохом в руке. Не узнали ангела в путнике убогом, бедному изгнаннику рай отверз врата. Скорби и гонения — это дружба с Богом,
любовь — несение креста. Есть в углу молитвенном чудная икона, праведник умученный за царя.